Казанский университет – один из старейших университетов России. 5 ноября 1804 года Александр I подписал утвердительную грамоту Казанского императорского университета и его устав. Первоначально университет разместился в здании Казанской императорской гимназии, построенном в 1796 году. Позже для нужд заведения были приобретены три соседних дома, что позволило рассматривать этот квартал как территорию университетского городка. За более чем 200-летнюю историю университет дал науке 80 действительных членов и членов-корреспондентов Академии наук страны. Когда смотришь на цифру в 219 лет, задумываешься о том, что это почти 80 тысяч дней или 2600 месяцев большого, очень глубокого и содержательного труда профессорского преподавательского состава, учителей, наставников, который выпустил сотни тысяч талантливейших ребят, тех ребят, которые сегодня, как мы видели на сцене, становятся уже во время студенчества именитыми спортсменами, становятся узнаваемыми молодыми учеными. Университет является центром не только науки и научного образования, но и культуры и просвещения. С ним связаны возникновение книжного дела в крае, появление первой провинциальной газеты, развитие театральной жизни и многое другое. Сейчас же вуз олицетворяет собой храм науки и образования. Его 219-летие стало поводом для масштабного праздника, организованного в культурно-спортивном комплексе «Уникс». Казанский университет – это вуз с великим прошлым, с великими традициями, с замечательным настоящим и блестящим будущим. В этом никто не сомневается. Университет является флагманским вузом для реализации огромного числа различных проектов. Практически во всех национальных и федеральных проектах университет не просто участвует, а становится победителем. И в этом заслуга коллектива. Само мероприятие стало отличным местом для праздничной обстановки, поддержания духа торжества. Со сцены почетные гости Казанского федерального университета все как один произносили слова поздравления и восхищения деятельностью вуза. По случаю дня рождения Казанского университета в культурно-спортивном комплексе «Уникс» был организован праздничный концерт. И, конечно, мы все сюда пришли поздравить наш университет, наш любимый университет с днем рождения, 219, мы все предвкушение следующего года. Вот. И сегодня очень приятно было увидеть большое количество иностранных студентов, которые сегодня тоже и показали различные настольные игры здесь вот в фойе и выступили тоже с номерами. Поэтому замечательно, я очень рад и только положительные эмоции. Я на самом деле очень горжусь тем, что я закончил Казанский федеральный университет, потому что это наш альма-матер, это то место, где именно я обрел себя. Именно я пришел сюда школьником, молодым человеком, но здесь я стал ученым, тут я обучался в аспирантуре и стал уже кандидатом наук. Поэтому я желаю нашему родному университету только процветания и самых-самых долгих лет жизни. Вообще, день рождения университета, мне кажется, это любимый праздник каждого студента и каждого сотрудника. И подготовка к нему начинается еще задолго, и даже несмотря на то, что перед днем рождения проходит там день первокурсника, экскурсия по студенческой жизни, но обычно именно самые такие эксклюзивные, самые теплые номера бывают на дне рождения, потому что это особый праздник, который затрагивает все университетское сообщество. Ну, концерт, как всегда, был грандиозным, как всегда, был большим, и его масштабы всегда удивляют с каждым годом. Каждый год думаешь, ну, на следующий год ну, нельзя что-то лучшее придумать. Но на самом деле организаторам получается придумать что-то интереснее, что-то более масштабное, что-то более большое. С поздравительной речью выступил ректор КФУ Ленар Сафин. Он подчеркнул, что испытывает настоящую гордость за вуз, выпускником которого когда-то был сам. При этом руководитель КФУ отметил, что высокий статус и научно-исследовательский потенциал университета создавался многочисленными талантами и упорным каждодневным трудом. Он выразил уверенность, что огромный научный и образовательный задел позволит Казанскому федеральному университету и впредь оставаться одним из лидеров высшей школы. В завершении выступления Ленар Сафин поблагодарил коллектив за труд, огромную плодотворную работу, за любовь к студенчеству и науке. В рамках концертной программы он также провел церемонию награждения заслуженных профессоров Казанского университета и студентов, достигших высоких результатов в области молодежной политики и спорта. У нас великолепные педагоги, у нас великолепные студенты. У нас много очень замечательных прорывных идей. У нас очень много
замечательных прорывных технологий, которые, несомненно, будут работать на благо нашей большой и могучей страны. Я в этот день хотел бы с особой гордостью обратиться к нашим студентам. Гордитесь тем, что вы являетесь студентами Казанского федерального университета. Я думаю, эту частичку гордости вы пронесете через всю свою жизнь. По окончанию мероприятия на большую сцену концертного зала традиционно был вынесен праздничный торт. Руководству вуза было предоставлено право торжественно задуть свечи. Таким образом, праздник получился грандиозным, масштабным и смог отдать дань вузу за многолетнее стремление к науке, образованию и достижению новых целей. Елизавета Газизянова, Николай Осуховский, Кристина Отекина, Универ Новости.